Ну, я считаю, что Медиа-Курултай – это, в принципе, уникальная площадка, на которой собираются представители казахстанских медиа, чтобы свободно обсудить свои проблемы, поговорить о вызовах и перспективах, потому что то, что есть там площадка Евразийский медиафорум в Астане, все-таки это что-то очень формальное, что-то очень глобальное, то, что не касается нас и наших проблем. Чем мне нравится Медиа-Курултай? Еще тем, что, в принципе, здесь за вот эти 8 лет сложилась такая, как бы сказать, семейная доверительная атмосфера, когда люди приходят и честно, открыто говорят о своих проблемах, о каких-то победах и о том, с чем мы можем столкнуться, да, то есть предвосхищая какие-то риски. Ну и огромная полезность, конечно, Медиа-Курултая, что здесь по итогам сессий и дискуссий формируются какие-то рекомендации, которые там передаются в правительство, в Астану. Вопрос, конечно, прислушиваются к ним или не прислушиваются, но в любом случае это полезно, это голос, который звучит и должен звучать.